Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю суп с кабачком и зеленым горошком. Горошек для супа я беру замороженный. Если есть свежий, будет еще лучше. А вот консервированный сюда не слишком подходит. Одну луковицу нарезаю кубиком. Две-три картофелины нарезаю брусочками. Вес картошки примерно 250-300 граммов. Один небольшой кабачок нарезаю крупным кубиком. Так как он молодой, то от кожицы и семян не очищаю. Бульон я уже сварила. Я его солила 1 чайной ложкой соли и добавила 1 лавровый лист. Сейчас курицу вынимаю. Емкость кастрюли 3 литра. Кладу картошку и оставляю вариться. В сковороду наливаю немного растительного масла. Нагреваю. И выкладываю лук. Обжариваю пару минут. И снимаю с плиты. Перекладываю лук в кастрюлю. Продолжаю варить почти до полуготовности картофеля и добавляю кабачок. Через пару минут кладу 350 граммов зеленого горошка и нарезанную кусочками курицу. Замороженный горошек надо полностью разморозить. Дожидаюсь полной готовности картошки и отключаю. Суп готов. С этим супчиком хорошо подавать чесночные гренки. Для чего я просто подсушиваю батон в тостере и еще горячий натираю разрезанным пополам зубчиком чеснока. Разливаю суп по тарелкам. И посыпаю петрушкой. Если вам покажется, что вареный кабачок это будет невкусно, вы скорее всего ошибаетесь. Попробуйте. Супчик довольно легкий и вкусный. Спасибо, что досмотрели мое видео. Пробуйте, готовьте, рассказывайте, какие супы вы готовите. Подписывайтесь на мой канал. Также у меня есть каналы на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Подписывайтесь на удобный для вас формат. И не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!